Это продолжение предыдущего видео. Видео о пикелевании. Это процесс дубления как бы завершен. Я повесил шкуры просто стечь. Потом их нужно развернуть на деревянных таких колодках, чтобы они не сжимались, и просушить. Как бы этим будем сейчас заниматься. Ну вот, как бы шкурки распяты. Не смотрите, что собаки такие ободранные. Дело в том, что они все стреляны из-под собаки третьим номером дроби, поэтому с близкого расстояния, поэтому некоторые куски просто, которые были никакие, я отрезал безбожно, сохранял только вот спинку. У этой явы еще и хвост откусил там до всего. Да, ну, поэтому как бы вот то, что осталось, я взял и стрелял я вот в эту область. Что-то мы поэтому выщерблено здесь тоже со спины. Ну, как бы не особо ее с дробью. Да, все равно их отстреливаем, потому что их отстреливаем. Не знаю, это вообще ранняя шкурка. Но это Олежка. Так, распят в лучшем виде Игры престолов. Подсохнет, потом сделаем мездрение, помоем даже нажировку. Ну, как бы вон косули на месте. Сейчас, например, сходить, вот они там, не знаю, беложопые ходят. Обратите, вот я сейчас по полю обхожу, вон на поле, на встречу, потом на ворота стоит косули. Сейчас я отойду, а появится пыльца куста. Вот, пошла, ну, жопа покрыла. Вот. Камера у меня батарейка кончается, она действительно отряд, я приказал его. Ну, как бы камера у меня не заряжена, судя по всему, но я надеюсь, что она не заряжена. Сейчас на зарядке здесь в машине. Пойдем посмотрим, что у нас на озере. Хотя оно вот озеро, оно вот такое вот. Нет там ничего. Ну, просто ветра нет, так что можно сплавать, по крайней мере. Поднялась вода вон настолько, так для примера, он где палка, вот именно метра два в эту сторону раньше вода стояла. Сейчас она вон уже метров на 5 сантиметров, наверное, на полметра там, ну не на полметра, сантиметров на 30, на 40 она поднялась. Но просто сильно за заливные годы вот эта вот полка с лодками, видно ли там в этой камере или нет, она была под водой. То есть, где машина стоит, примерно по окну было воды. Так, плавали на тот берег на лодках через речку. Сейчас, так что сейчас это вообще это невысокая даже вода, так чуть приподнялась. Ну так вроде камера-то смотри пишет, то есть не прекращает. Скорее всего было из-за зарядки. Ладно, посмотрим, может действительно отходилось. Посмотрим просто как аккумулятор, если аккумулятор крякнул, то что-то надо новую камеру покупать. Хотя, в принципе, наверное, все равно надо. Ну вот как бы снег пошел. Но не зря мы сегодня тоже сходили. У нас с прибытком. Щелкнули мы гусика. Гусь в багажнике. Поедем мы домой сейчас. Камеру не отключить, от CD, поэтому ни хрена не снимает. Вот. А трудяжка опять нашла его. Эй, трудяжка, ты где там? Покажись народу. Ава. Ава, иди сюда. Ава. Вот она, Ава. Вот это вот, да, наша добытчица. Теперь уже не знаю, куда этого гуся класть. Вот. Мне придется ядра выкинуть. Ну, не выкинуть. А как бы все, дождь пошел, пошли с колесами разбираться. Надо прикупить колес, пока летние полуценки. Уж не зря съездили, хорошо, все, спасибо. Ну вот как бы наша героиня, которая сегодня из кустов выгнала подраненную казарку. В принципе, казарка, она как бы
ее нельзя стрелять, но это был подранок. Судя по всему, мужики ее опять зацепили, а Ава ее только выгнала. В общем, так мы и охотимся. Мы снарядами Уна с 70 метров их не стреляем. Собака выгонит, мы подойдем и доберем. Да? И поэтому мы с мясом, а не без, потому что у нас есть вот такая вот красавица, спортсменка, комсомолка, отличница боевой и политической. Умничка моя девочка. Какая-то гадина по мне ползает. Плоха, блин. Это самое, как его? Вот вам, пожалуйста, обратите внимание. Блоха утиная. Самец или самка, не знаю.